4000 рублей задонатил. Спасибо вам большое, Реал. Бразилия – это коррумпированная страна с отсутствием правовых институтов. Не боитесь, что Россия может легко вас там достать? Может, подумайте над переездом в Европу или США? В Европу я точно не хочу. Я просто Европу не люблю. Мы много раз это обсуждали на моих эфирах. В Соединенные Штаты мне было бы интересно уехать. Может быть, в какой-то момент это произойдет. Я согласен, что Бразилия не самое безопасное место. С другой стороны, я пока не так сильно отсвечиваю сейчас, оказавшись в эмиграции, просто потому что у меня нет ресурсов делать что-то такое глобальное, что вызвало бы на меня, что поставило бы меня в приоритетные, скажем так, задачи для Кремля. Вот. Но в сторону США я смотрю и думаю, и я думаю, может быть, в какой-то момент мне захочется туда поехать, но я немножко боюсь американского государства, я боюсь их бюрократического аппарата, боюсь их экстерриториальной юрисдикции, их налогового кодекса и прочего-прочего. Мне это очень сильно не нравится. Но если я куда-то из Бразилии уеду, то это будет США, а не Европа. Европу я терпеть не могу. Спасибо вам большое за донат.